Мне не нужно бороться с тобой больше. Я согласен, чувак. Отпусти меня. Нет, нет. Он сказал, мне больше не нужно бороться. Это, наверное, уже было последнее. Уже бы вот, блин, а. Ну, ты чтоб-то, скотина, ты такая костлявая, а. Давным-давно две расы правили землей. Люди и монстры. Представьте себе. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. И однажды между ними вспыхнула война, да. И, кстати говоря, даже на этот раз нет картинок. Обычно эта картинка еще сопровождается. Спустя долгую битву, долгие битвы, после долгих сражений люди победили и заточили монстров под землю. Это Mafia Tail. Фан-игра по Undertale, в которой все встали мафиози. Но, человеческие люди потерялись, человеческий вид потерялся, но один из них спрятался в коробке. Это что-то новенькое. Сделанная при помощи движка Ricky G, спасибо ему, также спасибо Джеффри Уоткинсу за эту музыку, нажмите Z. Mafia Tail, New Game, погнали. Назовите упавшего человека, погнали, Shift. Итак, вот он, мафиози, вот это наш фриско-мафиози, опасный просто невероятно, вы посмотрите, прямо сейчас. Лучше не подходить к нему и не разговаривать с ним, а то застрелит нахрен, сразу видно. Человек такой себе на уме, это стол, и на нем лампа. Как это офигенно! Нет, я не сказал бы. А про кость ничего не хочешь сказать? Там кость вон висит на стене. Так. Глянь-ка, что я нашел, Сэнс. Приготовься к битве. О, сейчас что-то будет. Итак, великий снайпер появляется. Акт. Давайте акт. Флиртовать. Ты говоришь Папайрусу, что он выглядит мило. Он не отвечает. Тариэль будет рада. О, Тариэль тут местный босс мафии, что ли? Я не понимаю. Ай-яй-яй. Ну, она, наверное, жена этого Дона Асгора. Он же, наверное, Дон. Он все-таки, если в обычный Undertale он король, то здесь он, наверное, Дон. Ты говоришь Папайрусу шутку насчет костей. Он выглядит злым. Уклонись от этого. О, черт. А чё он не прыгает-то? Я нажим... Какое-то тугое управление, он не прыгает. Прикиньте, вот ты нажимаешь вверх, и он с задержкой это делает. Папайрус смотрит на тебя со злобой. Так, ну давайте еще флиртовать. Ты говоришь Папайрус, что выглядит милым, он не отвечает. Ня-ха-ха! Так, ну твое-то стандартное ня-ха-ха, блин! Папайрус выглядит cheerful, веселым, спокойным. Ты говоришь Папайрусу шутку о костях, он выглядит злым. Что он там сказал мне? Я... Вот опять он не сразу... Ну и я прос... И я просрал нормально из-за этого. Давным-давно... О, да, еще раз, давай, начни мне. Да я уже нажимал, называл, ну... А зачем вот с самого начала-то это все повторять? Так, ну смотрите. Давайте, может, попробуем его убивать. Все-таки это Mafia Tail, тут как бы правят, наверное, законы Коза Ностры преступного мира. Давайте попробуем. О, смотрите. Промахнулся? Я промахнулся. Тариэль будет ра... Ну, блин. Вот это вот не так-то... Подождите, а как же тогда? Дыня, куда надо-то? Уклонись от этого. Оп, оп. Черт. А-а-а! Зараза! Я не могу. Давайте раньше чуть-чуть. Так он все время промахивается. Не, господи, боже мой. А это вообще можно пройти, нет? Так-так-так, блин, потрясающе просто. И сейчас опять, да? New game, пожалуйста, опять введите имя. О, слушайте, а что там в окне? Давай в окно посмотрим. О боже, все горит. Просто шучу. Вот лучше бы все горело, тогда Папайрус бы тушил пожар, а сюда бы не заявился, наверное. Так, приготовься к битве, как странно это озвучил. Ну давай вот так этого. Да он всем в одну и ту же точку стреляет, блин. Дебилка соглазый. Рель будет рада. Так. Ай! Задел. Великий снайпер появляется. Ну давайте его проверим. Атака, защита. Значит, лидер королевской стражи. Ну, мне кажется, слова королевская стража тут не совсем уместны. Скорее, капа Реджинальда местной мафиозной группировки. Или как-то так. Проверяет его зум. Флирт. Ты говоришь Папайрусу, что он выглядит милым, он не отвечает. Ня-ха-ха. Раз, два. О, надо было сразу, знаете, лететь, прям пролетать насквозь два препятствия. За один раз преодолевать. Еще флирт. Я от этого начинаю уставать. И пошла стрельба. Пошла стрельба, Папайрус меня стреляет. Уклонились кое-как. Теперь Папайрус выглядит радостным. Он опять не отвечает. Раз, два. Но мне все-таки интересно, смотрите. Стрелять по нему не получается. Флиртовать и шутить с ним. Я убью тебя позже, окей? Ну смотрите, он что-то говорит новенькое. То есть, наверное, надо с ним постоянно флиртовать. Давайте попробуем с ним постоянно флиртовать.
Ах, да, все, я понял. Джекей мое имя какое-то. Там, я не знаю, я уже запарился себя вписывать. Любое имя подойдет. Давайте, акт, флирт. Поехали. Сейчас будем уворачиваться вот от этого. Так, тут просто достаточно? Или нет? Не, не очень. Меня уже задело. Меня уже, блин, задело. Меня каждая его атака чуть-чуть, но задевает. Хоть немножечко, но обязательно. Да, блин, вот немного не получилось. Так, еще флирт. Ты говоришь по паре, что ты там говоришь? Так, тихо, стоп! Вышло, удалось! А, ну вот, там в конце невозможно, расстояние дерьмовое какое-то совершенно. Я начинаю от этого уставать. Смотрите, у него новые реплики появляются, а это значит, что мы, наверное, на правильном пути. Как? Как это сделать? Я вижу пот на твоем лице, вот этой фразы точно не было, это явно что-то новенькое. Так. Флиртуем, зафлиртуем тебя до смерти. Я невредимый или невидимый, что он там сказал. Или неповредимый, я не совсем понял. Так, давайте-ка, стик, палка. Ты пытаешься съесть палку, но ничего не происходит. Санс вскоре придет. Не надо Санса. Мне одного тебя достаточно, чувак. Так, флиртуем дальше. Я приготовил спагетти вчера. Это меня не удивляет, вот лучше бы ты и сегодня приготовил спагетти, а меня не трогал, пожалуйста. Иди готовь спагетти, сраный ты Гордон Рамзи. Почему ты просто не умрешь? Ну люблю я жизнь, понимаешь? Черт возьми, нет, ничего уже не осталось. Ты говоришь по парню, что выглядит милым, он не отвечает. Я еще даже не устал, о господи. И как? Как мне? Ух, спасся. Так, серьезно? Так, ой, вот это сложно. Сложно, есть, живой. Ну все, давай, заканчивай уже. Нет, только не это. Ну блин, я не пройду, ну это невозможно. Ну это невозможно, эти пули. Как ты там преодолеешь, там вот такое расстояние. Ну блин. Как же ты заманал, Папайрус. Серьезно, Папайрус, какая же ты негодяйская твоя скелетонская рожа. Я знаю, что мафиози люди жестокие. Это, ай-яй-яй, черт. Фух, чуть было сейчас на таком дебильном месте не облажался. Я знаю, что мафиози люди жестокие. Для меня это абсолютно не удивление. Это как бы не первый раз я это слышу, не первый раз я это наблюдаю. Смотрел много гангстерских саг, я как бы в курсе. Давайте, наверное, пожрем на всякий случай, а то потом нам будет очень обидно. Но, ну чтоб настолько, чтоб... Да, блин, блин, вот что я сейчас сделал? Зачем я сейчас дернул вот сраный тут указательный палец свой? Сосредоточиться, Сан скоро придет. Да, я уже говорил тебе, чувак. Не надо Санса! Зачем Санс? Зачем сюда еще Санс? И так, что ли, недостаточно круто все это дело? Так, спагетти, отлично, уворачиваемся. Флирт. Фух, I want you just die. Why won't you... Вот как? Вот... Да, ну... Такое узкое расстояние между костьми. Почему такое узкое расстояние между костьми? Фашист ты гребаный с пушкой. Ух ты! Ух ты! Блин, я уже удивился своей новообретенной способностью. Ни хрена себе, думаю, как я от пули уворачиваюсь. Прям Нео из Матрицы. Да, ну слушай, вы вот реально, вы вот мафиози перешли на новый уровень жестокости. Серьезно, вы просто уже редкостные сволочи становитесь. Я уже не знаю. Ай, живой! Я еще живой! О, погоди. Так, что годить? Что годить? Ай-яй-яй-яй! Ух, чуть не задел. Так, чуть не задел, тихо. Что годить? Что он хочет? Ты не такой сильный. Нет, чувак, не надо. Нету атаку. Ну нахрена, ну, саны эти. Ну блин, ну что ж ты такой мудень-то, а? Ну, это вообще нечестно. Он стреляет, а как это выглядит в реальной жизни? То есть он стреляет во Фриска. Фриск такая уворачивается, как Киану Ривз. Я не понимаю, правда, ну что за. Я больше не могу. О, подожди. Так, что подожди, чувак, давай вот подожди, вот на этом вот давай бы и закончили. Ты бы сказал подожди и все, и не нападай на меня больше. Папайрус выглядит счастливым. Подождите, флирт. Так, он выглядит мило, он не отвечает. Ты не такой сильный, как я думал. Ну да блин, ай, продолжается такая. Сейчас он меня убьет. Не, он, я еще жив. Так, мне не нужно бороться с тобой больше. Я согласен, чувак, отпусти меня. Нет, он сказал, мне больше не нужно бороться, это уже было последнее. Уже бы вот, блин, а, ну ты чтоб-то, скотина, ты такая костлявая, а. Переживи вот это. Так, ну сейчас переживу, это легко достаточно. Все, пережил, все, ты оставишь меня в покое? Окей, я щадю тебя, чё. Так, я не понимаю, в смысле? Он меня щадит? Все, мерси.
Пощада, ты победил! 100 золота! Он еще и денег мне дал! Пощадил и денег дал! Какой ты молодец! Спасибо, чувак! Можно сохраниться, пожалуйста! Это стол, лампа! Так воодушевляюще! Ну! Конец! Фуф! Это была жесткая, черт возьми, битва! Надо признать! Ёлки, я уже, честно говоря, в какой-то момент я думал... Да, я сегодня явно выложу, наверное, видео чуть позже, чем обычно, мне кажется, потому что сейчас 2 часа по... киевскому, 3 по московскому, по-моему. Ну, я уже, честно говоря, думал, что я буду до вечера париться с ним. Ну, прошел наконец-то эту жесткую битву с папайрусом. Мафия Тейл, блин. Ух! Да, вы знаете, даже, наверное, служба в мафии была попроще. У меня на это ушло полчаса. Ролик будет идти там от силы 10 минут, но я вот полчаса вот задрачивал эти. Сложная, особенно атака с этими пулями, которые летят. Ну ладно, давайте на этом заканчивать. Если понравилось это видео, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий, ставьте этому видео лайк, открывайте описание внизу под роликом. Там большое количество плейлистов, есть ссылка на группу ВК, вступайте в нее, открывайте ссылки на видео-плейлисты, что видите перед собой. Внизу под видео кнопочка «Поделиться», нажимайте «Рассказывайте друзьям», нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой «Подписаться», и всем счастливо, всем удачи, всем пока.